Дорогие друзья, мы рады вас всех приветствовать и сердечно-сердечно вас поздравляем с этим светлым праздником. Рождество Иисуса Христа – это праздник для всех людей. Правда, не все люди, как и в то время, на это обращают внимание. Мы пропели «Тихая ночь». На самом деле, когда родился Иисус Христос, была «Тихая ночь». Многие люди спали и даже многие не подозревали, что в эту ночь на землю пришел Царь царей. Для чего Он пришел, мы, наверное, с вами все знаем. Будем сегодня об этом говорить, петь, прославлять Иисуса Христа. Друзья, первую песню предложу, потом немножко расскажем мы о нашем ансамбле. Первая песня «Он рожден для тебя». Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы просто Ему провести как-то время, не для того, чтобы погулять по нашей земле. Нет, это не было такое, знаете, вот его желание простое, вот, посмотреть на эту землю, прогуляться. Это была миссия его. Это была добровольная жертва. Иисус Христос пришел на эту землю ради нас с вами, чтобы нам подарить счастье и спасение. Он рожден для тебя. Людские сердца
всю жизнь отдай. Он рожден для тебя. Нам Спаситель надежду подари. Своим скромным приходом в этот мир подарил утешение жизни благодать. Будем Бога за милость прославлять. Пусть об этом узнает вся земля. Царя. Будем жизнью своей светить, словно та звезда, ночь рождения Господа Христа. Рожден, чтобы очистить от всякого зла людские сердца. Всю жизнь отдай, Он рожден для тебя. Друзья, немножко мы расскажем о нашем ансамбле. Я расскажу. Наш ансамбль называется «Небесный луч». Мы уже так собираемся на протяжении 6 лет, чуть больше 6, 6,5 лет. Чтобы ездить по разным регионам нашей страны и ближнее зарубежье и рассказывать людям о любви Божьей. Потому что в последнее время это большой дефицит о доброте, о любви Божьей. И вы знаете, в разных заведениях нам приходится бывать, в домах престарелых, детских домах, тюрьмах. Мы здесь вот на Брянской земле тоже бывали раньше и уже 3 года не ездили, но очень скучали. И все думали, когда же мы попадем на Брян. Нас очень хорошо здесь встречают. И люди как-то расположены и слушают. С удовольствием слушают весть о спасении. Друзья, и вот наша география такая, что я сам живу во Владикавказе, вот гитарист у нас вообще в Армении живет. И вот начиная оттуда, это Краснодарский край, Ростовская область, Ростов-на-Дону. Дальше идет Курск, Тамбов, Санкт-Петербург, Москва. Вот такие у нас города. Вот мы собраны с разных мест. Собираемся несколько раз в году и вот так вот ездим по разным регионам. Друзья, сегодня мы у вас. Очень рады. Следующая песня прозвучит. «На землю спустилась тишина». Опять тишина. Опять о тишине. И вот в тихой этой обстановке спустился сам Господь. Друзья, об этом будет следующая песня, тоже рождественская. Давайте сегодня мы откроем сердце для этой вести, для благой вести, чтобы Иисусу Христу было место в нашей жизни. Объяла собою дома, и только где-то вдалеке, и только где-то вдалеке на небе зажглась звезда. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мною была. Скажи, что в Вифлееме вам рожден царь земли. Две тысячи лет прошло с тех пор,
звезду уж поздно искать. Но жив Христос, и знаю я, но жив Христос, и верю я, Он придет опять. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мною была ты одна. Пой, пой, ангельский хор, людям расскажи, что в Вифлееме вам рожден Царь земли. Хочу, чтоб всегда надо мною была ты одна. Пой, пой, ангельский хор, людям расскажи, что в Вифлееме вам рожден Царь земли. Одна поездка рождественская у нас была по Ростовской области. Вот мы едем, большая машина у нас, большой автобус. Едем, час езды. Смотрю я в окно, а много-много снега выпало тогда на Рождество. И у меня как-то пошли строки. Я взял телефон и записываю стихотворение. На эту тему, на тему, вот мы же живем с утра до вечера, вот как-то, когда мы в поездке бываем, все мысли об этом, о празднике, о наших встречах с людьми, о Боге. И вот пошли строки, а потом я вот Стасу даю стихотворение, говорю, давай, чтобы к концу поездки у нас песня была. У нас вообще такая традиция есть, я ему стихи, он мелодию пишет, и сейчас он ее споет. «Земля укрылась белым одеялом». Первые слова, которые пришли мне, вот смотрю, много-много снега. Но в этой песне есть такие слова: «Мы счастливы, мы в Божьих руках». На самом деле, по-настоящему человек счастлив может быть только тогда, когда он в Божьих руках. И он осознает это. И ничто не может поколебать такую уверенность, такую веру. Мы счастливы, мы в Божьих руках. Счастье мы подарим близким,
любовь всегда на подвиги влечет. Христу, о люди, поклонитесь низко, а Он покой и мир душе пошлет. Господь любовью согревает сердце, растают все обиды, скорби, страх. Друзья, дорогие, все, наверное, кто читает Библию, помнят, как было это событие. В то время, когда родился Иисус Христос, на поле написано, были пастухи, содержали стражу ночную возле стада своего, и предстал им ангел, и говорит им, не бойтесь, они испугались, а он говорит, не бойтесь, я вам возвещаю великую радость. А после того, как он побеседовал с ними, спустилось еще множество ангелов, и они запели песню. И вы знаете, так хорошо они спели, что у пастухов появилось желание пойти и посмотреть на младенца. Какую они песню пели, я не знаю. Как они, вернее, это пели? Слова этой песни написаны. Слава Вышних Богу на земле мир и в человеках благоволение. Но как они пели? Как бы я хотел послушать хор ангелов? Друзья, ну у нас вот сегодня с нами есть два ангела, они нам споют. Вот у нас... Идите сюда. У нас два ангела. Они сейчас нам споют. И я думаю, после этого пения у нас должно появиться желание пойти посмотреть на маленького младенца Иисуса. А по-другому никак. Друзья, ну, появилось желание к Иисусу пойти поспешить после такого топения. Друзья, я расскажу одну историю, очень забавную такую. Произошла она в одной школе. Учительница решила, поставить сценку на тему о Рождестве. Рождественские праздники приближались. И вот она раздала всем роли. Мы же все понимаем, кто, наверное, слышал, читал Библию, как это было. Мария и Иосиф пришли на перепись в Вифлеем,
И там же были пастухи, о которых мы говорили, ангелы. И вот учительница раздает всем роли. Кто-то был Иосифом, Марией, кто пастухами, ангелы. Все, декорации оделись. А в этом классе был маленький мальчик, его звали Сережа. И вот она думала, какую же ему роль дать. Он такой был нерасторопный, знаете, выйдет к доске, ответить не может, стих выучить забывает. Такой какой-то он был медленный. И она переживала, не дать ему роль, как-то обидеться, нехорошо получится. А какую роль дать, чтобы запомнил, чтобы справился с ней? Ну, пришла на мысль ей одна роль. Это роль директора гостиницы. То есть, когда приехал Иосиф с Марией, постучались в гостиницу и говорят, можно у вас переночевать? Он должен сказать всего три слова. Извините, места нет. Ну, как бы и нетрудно запомнить. Сережа, справишься? Он говорит, справлюсь. Не забудешь, не напутаешь ничего. Нет, все хорошо. Порепетировали, все получается. Ну и вот настал долгожданный день. Актовый зал полный. Пришли, вся школа пришла. Завучи, учителя, родители собрались. Ну, а учительница-то переживает, она там сбоку, за кулисами там, и переживает за свой класс, за детей, особенно за Сережу. Вот идет сценка, все идет как надо, идут Мария и Иосиф. Подходят, написано, гостиница, стучат. Иосиф говорит, добрый вечер. Вы знаете, вот мы пришли на перепись с далекой там, с далекого города. Долго шли, и жена в таком положении. У вас не найдется комнатки для нас. Вот он стучит, а директор открыл дверь такой важной, стоит, смотрит и слушает. Сереженька-то наш. И когда Иосиф произнес свою речь, что должен был сказать директор? Простые три слова. Извините, места нет. И должен был Иосиф дальше пойти. А Сережа стоит и молчит. И что такое, вроде забыл, не забыл. И все, и такая тишина, и уже так начали как-то шепотом переговариваться. А учительница оттуда сбоку запереживала и подсказывает, Сережа, места нет, подсказывает, кричит как-то. Мама сзади машет руками ему, а он стоит и молчит, молчит, молчит. И такое продолжительное время. А потом задают вопрос этому Иосифу, который говорит, вам место нужно? А тут растерялся как-то. Не по сценарию вроде пошло. Ну, мотнул головой, да. Он говорит, ну, заходите тогда. Вы знаете, и все испортил. Ну, они же дальше не знают, как себя вести. По сценарию он должен уйти. А тут заходите, что делать? Дети, конечно же, это же не профессиональные актеры. Все испортил. В зале там поулыбались, смех пошел. Сидят в классе, значит, и... Учительница говорит, Сереженька, ну как, ну почему ты так сказал? Ну как-то вот все расстроены. Мама им говорит, Сережа, ну ты же репетировал, ну мы же дома тоже репетировали, говорили. Ты что забыл? Он говорит, нет, не забыл. А почему ты сказал проходите? Ведь ты же должен был сказать, места нет. Почему ты сказал проходите? А он тогда сказал такие слова, которые удивили их. Он говорит, а я бы им свое место отдал. И тогда ничего не нашлось сказать вот поперек этим словам. Вроде детское сердце такое, но не посмел он сказать Иисусу Христу, царю всех царей, что нету места, у меня для тебя нету места. Вот как он смекнул, вы представляете? А сегодня ведь у нас, у взрослых, у многих поворачивается или язык, или как-то мы жизнью говорим, нету тебе, Господи, места в моей жизни. Я живу так, как сам хочу, я проживу, как сам считаю нужным. Вроде и не глупый человек, и опыт может какой-то в жизни есть. А вот и Христу сказать нету места. А у Сережи не повернулся язык. Друзья, как важно сегодня дать место Иисусу Христу в нашей жизни. И не просто место гостя или квартиранта. Он Господь господствующих. Он наш Господь. Мы Ему должны дать в своей жизни первое место. А остальное все встанет на свои места. Друзья, и вот мы послушаем такую уютную, теплую, добрую песню. «С давних пор я люблю Рождество». Когда собираются соседи, родственники, с семьей, мы любим подарки на Рождество. Хотя именин-то у кого? День рождения у кого? У Иисуса Христа. А подарки любим мы, правда? Подарки дарят имениннику, а мы в этот день ждем подарков. Вот какой у нас Иисус Христос. Друзья, давайте послушаем эту песню. И как бы мне хотелось такое пожелание вам всем оставить, чтобы никогда у нас не повернулся язык сказать Иисусу, нету у тебя места в моей жизни.
С давних пор я люблю Рождество за чудесные песни, что звучат в магазинах, на улицах, в теплых домах. Я с друзьями, с родными люблю провести время вместе, наслаждаясь тиши атмосферой Христа Рождества. Я с друзьями, с родными люблю провести время вместе, наслаждаясь тиши атмосферой Христа Рождества. Я люблю размышлять о лишенном уюта младенца, вспоминать, как он рос, как он жил, как он. Чудесные песни, что звучат в магазинах, на улицах, в теплых домах. Я с друзьями, с родными люблю провести время вместе, наслаждаясь тиши атмосферой Христа Рождества. Друзья дорогие, я вам задам один вопрос, а вы скажите, пожалуйста, что же побудило Иисуса Христа прийти на эту землю? Спасибо, согласен с вами. Любовь. Нет, это не долг какой-то. Это не просто отец ему сказал, и он просто послушался и пошел. Это было его собственное желание. Его любовь привела на нашу землю. А любовь к кому? К хорошим, добрым людям? А к грешникам, к нам, грешникам. Какая великая любовь, она необъяснимая. Как можно людей грешных, которые не помнят о нем, не хотят слышать многие, живут так, как будто бы и Бога не существует, а он любит, а он пришел. И когда его распинали, он отца молил, помните? «Прости им, отче, ибо не знают, что делают». Какая великая любовь! Любовь привела Иисуса Христа на эту землю. Друзья, и мы сейчас поем песню о любви. Живите любовью, дышите любовью. Написано в Библии, Бог есть любовь, и когда человек живет без любви, он живет без Бога. А жить без Бога – это жалкое существование. Человек не находит смысла жизни, счастья, хотя ищет, в поисках, всю жизнь находится в поисках, но так и не находит. Друзья, и вот как хочется, чтобы мы сегодня не забывали о любви Божьей, о любви, которую Бог заповедал нам, как детям Божьим, иметь друг к другу, чтобы мы любили друг друга. И не просто на словах. Друзья, и вот эта песня будет в пожелании нам. Живите любовью, дышите любовью. Добротой обнимите весь мир. Бог дивную
жизнь для всех нас приготовил, заботой своей к людям всем изумил. Любовь — это то, что меняет и лечит, она как цветы, что цветут по весне. От Бога любовь никогда не калечит, ей нету нужды в остроте новизне. Открытое сердце она наполняет, не стоит его от людей закрывать. Пусть кто-то нам боль метко так причиняет, пусть искренне трудно ту боль нам прощать. Любовь — это то, что меняет и лечит, она как цветы, что цветут по весне. От Бога любовь никогда не калечит, ей нету нужды в остроте новизне. Мы станем сильнее, душа станет лучше и краше собой. Пусть свет глаз лучистых побед не тускнеет, наполнится сердце любовью святой. Любовь — это то, что меняет и лечит, она как цветы, что цветут по весне. От Бога любовь никогда не калечит, ей нету нужды в остроте новизне. Своей добротой обнимите весь мир. Однажды Иисуса Христа спросили: «Скажи, Учитель, какая первая и наибольшая заповедь?» Он им ответил: «Первая и наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. И вторая, которая подобная, и она не меньше – возлюби ближнего, как самого себя». Хотя, вы знаете, я обратил внимание, а второй-то заповеди Иисуса Христа не спрашивали, а Он не разделяет эти две заповеди – любить Бога и любить ближнего. Нельзя любить Бога, если ближнего мы не любим. Нельзя так сказать: я люблю Бога, а к ближнему у меня равнодушие и какая-то, может, ненависть даже. Или наоборот: я люблю ближнего, а Боге забыл. Любовь, как мы говорили, Бог есть любовь. Вы знаете, вот эта вторая заповедь, о ней часто многие забывают. Забывают. Возлюби ближнего своего. Мы, когда слышим о любви, нам хочется, чтобы эту любовь проявили к нам. Вот так мы люди созданы, я думаю. Чтобы нас любили, чтобы нам подарочки дарили, чтобы нам теплые и добрые слова говорили, и тогда нам нравится. И мы говорим, какая вот есть любовь, хорошая любовь. Друзья, а самому проявить? Как важно. И песня следующая прозвучит, там есть такие слова, это позиция, автор свою позицию высказывает. Я выбираю любить,
я. Пусть оно в этом мире уже любви не хватает. Написано в Библии: по причине умножения беззакония во многих, что сделает любовь? Охладеет. А я выбираю любить. А я буду любить, потому что так Иисус Христос заповедал нам. И эта песня, она в таком аллегорической, в такой форме выставлена, что как бы наша жизнь как большой-большой город. Но в этом городе неуютно будет жить, если не будет света. А этот свет – это наши сердца, которые горят любовью. Это светильники, свечки такие. Друзья, пусть Бог благословит нам проявить эту любовь, инициативу с нашей стороны. И тогда мир, который вокруг нас, он станет лучше. А Бог говорит: дай руку сегодня мне. И я выбираю любить. Пусть Бог поможет нам друг от другу добрее быть. Ведь есть всегда выбор прощать. Если падать, то встать, чтобы через нас мир добрее мог стать. В том городе друзья и враги, и суета, без цели шаги. Там никого никто не спешит понять. Чтобы через нас мир добрее мог стать. Где ложь, обман и зло нам диктует шаг. Если вновь враг гасит свечу, надежда есть, и я не молчу. С молитвой уйдет бессилье, исчезнет страх. И я выбираю любить. Пусть Бог поможет. Через нас мир добрее мог стать. И я. Пусть Бог поможет нам друг от друга.
начать, если падать, то встать, чтобы через нас мир добрее мог стать. Друзья, дорогие, вы знаете, один вопрос такой задам. Скажите, пожалуйста, возникал ли у вас когда-нибудь в жизни вопрос, вы сами себе, когда вам трудно, вы страдаете, тяжело, и вы задаете вопрос: «Господи, ну за что или для чего так? Ну почему именно я?» Бывало такое? Или есть среди нас такие люди, которые не страдали никогда? Наверное, не найдутся, да? Каждый человек переживает какие-то определенные трудности в разные периоды своей жизни. И бывают вопросы возникают: ну почему так, за что? Друзья, я тоже задавал вопрос: ну почему, если Бог нас любит, почему мы живем и нам нужно страдать? Почему Бог так допускает? Ведь мог бы Бог сделать, чтобы мы были счастливы, материально достаток, здоровье все в порядке, все хорошо, с друзьями живем, общаемся, все хорошо и проблем нету. Друзья, а я, читая Библию, нахожу ответы на такие вопросы, которые сам себе задавал. А написано в Священном Писании так: при печали лица сердце становится, помните, как написано? Лучше. При печали лица сердце становится лучше. Оказывается, когда мы страдаем, наше сердце становится лучше, мягче. Вот я такой вопрос задам. Как вы думаете, кто голодного может понять? Говорят, сытый не поймет голодного. Только голодный, да. Только тот, кто сам переживал проблему вот, с хлебом, нужду какую-то. А больного кто может понять? У кого со здоровьем проблемы были? Друзья, и потерю ближнего может понять тот, кто сам потерял. И дальше можно перечислять такие страдания в жизни. А для чего Бог мне допускает? А для того, чтобы я мог своего ближнего понять. И я становлюсь лучше и мягче. И я могу сказать слова утешения и какой-то выход посоветовать, когда мой ближний страдает. Друзья, мы можем друг друга понимать, когда мы проходим через какие-то определенные трудности. Друзья, а еще написано в Священном Писании так, что страдающий плотью перестает грешить. Когда мы сами страдаем плотью, нам уже не до удовольствий бывает, не до грехов каких-то земных. Друзья, мы все думаем больше о небе. И поэтому прозвучит такая песня, она всемирно известная, но мы ее сами перевели на русский язык. «Когда упал я, и душа устала, когда мне трудно было, кто пришел на помощь?» Бог допускает нам трудности, но Он же и врачует, Его же рука и врачует. И Он спешит на помощь. Друзья, у нас есть помощник, скорый помощник в наших бедах. И написано там такие в припеве слова: «Меня поднял ты высоко на гору». Бог может самого... Уже у кого руки опустились, упавшего, отчаянного взять и поднять так высоко на гору, что нам даже и представить мы не можем. Друзья, только Бог может в этих трудностях нам, которые допускает сам, помочь так, что мы сами себе не сможем так помочь. Твое плечо для слабого.
сейчас и только лишь с тобой. Я без тебя не мыслю своей жизни, и без любви твоей весь мир во тьме. Веди меня к своей святой отчизне. Я счастлив только лишь с тобой. Друзья, но Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы мы только здесь на земле были счастливы. Для чего вообще все это? Для чего Бог создал человека? И когда человек ушел от лица Божия, согрешил, у Бога есть прекрасный план, он был от начала, от создания еще всей земли. Иисус Христос родился как младенец. Он принял образ раба, написано. Стал, как мы с вами, вот таким человеком. Прожил какую-то жизнь, пусть недолгую, но очень насыщенную. Но он пришел для того, чтобы нам подарить спасение. Он пошел на крест, он страдал, он взял грех мира на себя. Друзья, не для того, чтобы мы здесь на земле хорошо пожили, были счастливы, а для того, чтобы наши души бессмертные были спасены. Он приготовил место. И он сам говорит, в доме отца моего обителей много. Много там обителей, для всех хватит. Друзья, мы все же понимаем, что у каждого из нас есть душа бессмертная. Но не каждый из нас попадет в это Царство Небесное. А только тот, кто полюбит здесь на земле Иисуса Христа, кто примет жертву Иисуса Христа, кто свое сердце Ему отдаст, кто примет это усыновление, вот тот попадет в Царство Небесное. Мы часто бываем вот в различных заведениях. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда мы умираем, что желаем мы? Вот кто-то умирает из нас, мы желаем ему. И все знают, Царство Небесного. Хорошее же пожелание? Хорошее. Но только от наших пожеланий-то ничего не меняется. Не зависит, попадет ли наш родной близкий в Царство Небесное. Тогда можно было бы с утра до вечера ему желать, желать, желать. Нет. Только мы при жизни, когда здесь с Богом в добрые взаимоотношения вступим. Это я уже обобщаю так. Как это сделать? Мы об этом тоже поговорим. Друзья, но написано так в Священном Писании. Дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он явится, Иисус Христос, придет за нами на землю, чтобы нам не постыдиться лица Его, а иметь дерзновение. Вот так написано. Одни постыдятся, когда встретятся с Богом, а мы все встретимся с Богом. Кому-то станет стыдно, а кто-то с радостью его встретит. И вот я вспоминаю, в детстве мне брат пишет письмо с армии. Он меня намного старше. Знаете, на Кавказе старший брат – это как бы почти отец.
Вот мы с ним переписываемся письмами, и он мне пишет: «Братишка, привет». Очередное письмо с армии пишет. 2 года его не было. «Ты знаешь, вот скоро я уже приеду домой, уже срок службы заканчивается, мы увидимся. И смотри, если ты будешь баловаться, если у тебя есть 2, то я тебя накажу». Я знал, что если он сказал, он это сделает. Я очень сильно люблю своего брата. Я жду его с армии. А что делать? У меня 2. Вы знаете, одну ночь я встал на кровати, вот, ну, сел так, присел и плачу. Ну, я ребенок еще был. Сижу и плачу, а мама говорит: «Сынок, что с тобой? У тебя что-то болит?» «Нет». «А тебе, может, что-то приснилось страшное?» «Нет». «А что такое?» «Так, говорю, Валерик идет с армии, приедет скоро». Она говорит: «А это же хорошо». Я говорю: «У меня 2 есть». Она улыбаться стала, а мне не до улыбок было, друзья. У меня 2, что делать с этими 2? Так в жизни нашей скоро мы встретимся с нашим Господом Иисусом Христом. И если у нас есть 2, если у нас есть такие поступки, которые мы поступали, сознательно шли против воли Божьей, против Бога, ошибались, и как-то не спешим их исправить, друзья, когда мы встретимся, мы постыдимся. Песня прозвучит такая: «Я однажды на небо приду». Но эта песня такая радостная, торжественная. Готовы ли мы сегодня также с автором этой песни сказать, что когда я приду на небо, я взомру от большого восторга. Я буду радоваться. Не стыдиться 2 своих, грубо говоря, а радоваться. Прикоснувшись к рукам дорогим, вмиг забуду печаль и ненастья. В белоснежной одежде пройдусь по прекрасным аллеям небесным и сердечно спою на Друзья, следующая песня, которую хочу исполнить, автор говорит такие слова: «Не влечет меня ничего земного, хочется, чтобы был в жизни Бог». Вы знаете, многие люди сейчас стыдятся быть верующими. Вот верят в Бога,
но рассказать об этом как-то стыдно, кто-то не так меня поймет, люди будут насмехаться. Но человек, который выбрал эту дорогу, он по-настоящему счастлив, потому что Бог дает полноценное счастье, Бог дает стопроцентное счастье. Об этом хочется исполнить песню. Господи, обрати ко мне взгляд, не влечет меня мир земной, суете я не рад, ни богатства, ни блеск огней, ни пустые мечты не нужны, не отрадны мне, только ты, мой Господь. Только ты, только ты. Рассуди меня, Господи, я посмешищем стал от того лишь, что ты один у меня на устах. Ни богатства, ни блеск огней, ни пусты. Мечты не нужны, не отрадны мне, только ты, мой Господь, только ты. Боже мой, разве это порог, что взываю я, о гряди, я устал и изнемог. Ни богатства, ни блеск огней, ни пустые мечты не нужны, не отрадны мне, только ты, мой Господь. Только ты, только ты. Дорогие друзья, братья и сестры, мою жизнь можно разделить на две части такие определенные. Это до 20 лет и после 20 лет. В 20 лет я уверовал, принял Иисуса Христа в свое сердце. И вот это время до 20 лет. Я, как обычный рядовой такой молодой человек, пытался что-то заработать. Там, копил на машину, накопил, купил машину, которая вечно ломалась. Потом что-то еще, какие-то цели себе в жизни ставил. Но хочу сказать, вот когда идешь к этим целям, какой-то есть энтузиазм, но когда достиг цели, вот эта цель, которая тебя влекла, она перестает быть какой-то, перестает быть интересной. Но в 20 лет, когда я услышал об Иисусе Христе, Иисус Христос меня позвал за собой, я понял, что без Иисуса Христа счастье в жизни, оно не может быть. Это вечная радость, вечное счастье с Иисусом Христом. И автор в этой песне, он отображает такую мысль. Я вот жил, стоял на пороге пропасти. Я не знал Иисуса Христа. Но когда я услышал об Иисусе Христе и отдал свое сердце Богу, только тогда я почувствовал в сердце настоящую радость и счастье в Иисусе Христе.
силы, я стоял на пороге пропасти. Не было света, я по краю ходил без помощи. Не было в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Не было веры, без нее я терпел крушения. Не было счастья, без него на пути падения. Не было жизни, только в Боге я мог ее найти. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Сердце мое полагаю я в руки Господа, чтобы в жизни моей его рука направляла всегда. Сердце мое наполняет любовь Спасителя, пролилась на Голгофе для меня благодать со креста. В нем моя вечность, я хочу пребывать в его любви. В нем моя радость, он средь бури сумел меня найти. Он моя вера, я хочу всей душой хвалить его. В нем моя жизнь, утешение мое. Сердце мое полагаю я в руки Господа, чтобы в жизни моей его рука направляла всегда. Сердце мое наполняет любовь Спасителя, благодать со креста. Дорогие друзья, наше общение подходит к концу. Мне хотелось бы из Священного Писания напомнить то событие, которое мы уже слышали, знаем, не раз читали в эти дни. Друзья, и обратить на некоторые моменты внимание. Евангелие от Луки, 2 глава, я буду читать с 8 стиха. «В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял их страх великий. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился нам, вам, в городе Давидовом, Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И потом явилось множество ангелов, и они запели песню, о которой мы уже тоже говорили. Вот... Тихая ночь, мы слышали, пели эту песню. Пастухи, как обычно, делают свою работу. Тут явился, предстал ангел. Предстал, это значит, не с неба с ними разговаривал, а на землю спустился. Они испугались.
Он их поспешил утешить: не бойтесь, я вам возвещаю радость. И эта радость будет всем людям. Спаситель родился в городе Давидовом по пророчеству, как и надлежало этому быть. А дальше он говорит: и вот вам знак. А что за знак? А знак такой: будет младенец в пеленах и в яслях. Вы знаете, этот знак, они сразу поняли, о чем идет речь. Они были пастухами, и они поняли, вот, и у них появилось такое желание пойти посмотреть, а куда идти? Они знали, куда идти, где пелена, а где ясли. Вот это и был знак для них. Оказывается, ясли, они знали, были, это в скале был такой загон для скота во время такой непогоды, туда пастухи загоняли свой скот. Вот они содержали стражу у своего стада, но если не погода, они загоняли туда, в скале была такая пещера, и там была кормушка для скота, и они знали. А рядом, вы помните, как хоронили в то время людей? Читающие Библию помнят. В скале была тоже пещера небольшая, и там хоронили. И когда человек умирал, его обматывали в пелена. Это не пеленки, о которых мы вот думаем, может кто-то думает, что это пеленки. Пелена, которыми обматывали покойных. И они там лежали наготове для того, чтобы, если кто-то вот кому-то понадобится. Друзья, и вот за то, что Мария пришла, с собой ничего не было. Вот сподручный материал, вот эти пелена взяла, обмотала. Друзья, а это знак для нас с вами тоже. Иисус Христос родился на эту землю для того, чтобы совершить свою миссию, для того, чтобы умереть. И от начала уже, от своего рождения, Он был предназначен для этого. Это была жертва святая. И вот там в яслях, где бывают жертвенные животные, и это тоже знак для нас, и пелена для нас знак. И вот этот младенец святой пришел. Многие думали, помните, что царь пришел, постилали одежды, сейчас он воцарится, и мы здесь хорошо будем жить. Народ израильский думал, они же устали от того, что вот, ну, они были как бы в рабстве у римлян, у Римской империи. И они думали, вот сейчас он свободу даст. А он не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы умереть за грехи каждого из нас. Друзья, и сегодня мы слышим эту прекрасную весть. Сегодня мы с вами любим принимать подарки на Новый год, на Рождество. Ведь Новый год – это же тоже событие, связанное с Рождеством Христовым. И даже во времена такого глубокого атеизма просто задать вопрос любому человеку вот, о календаре, он уже свидетельствует. Какой год? 1900, допустим. От чего отсчет идет? От Рождества Христова. Я помню, нам наша учительница по истории, такая была мудрая еврейка, очень такая была грамотная, и она говорила, шкалу такую мы сделали, это до нашей эры, это после нашей эры, новая эра, да? И вот здесь, и сейчас, 1900, как 90 какой-то год, допустим, или 80, от Рождества Христова. А интересное вообще выражение в те времена атеизма. Я ее спрашиваю, а что значит от Рождества Христова? Ну, так принято говорить. Ну, конечно, она-то знала, но детям не имела права говорить, что значит от Рождества Христова. Друзья, и вот сегодня мы живем в 2000, какой год мы вступили? 23-й. От чего? От Рождества Христова. Друзья, и никуда мы не выкинем это событие, никуда мы не денем. Как бы человек не хотел скрыться от лица Божия, никуда он не денется. Друзья, ну а знаете, о чем хотелось бы поговорить в конце нашего общения? Может быть, в чьем-то сердце нету полноценной радости, счастья. Может быть, кого-то прошлые поступки тревожат, грехи, мы их так называем. Может быть, кто-то пред Богом живет и в неправильном таком состоянии, положении. Устал от этой жизни. Друзья, я знаю, я тоже жил без Бога. Я знаю, что без Бога человек счастлив не может быть. Он находится в поисках. Какие-то небольшие успехи, может быть, временно доставляют какое-то удовольствие, но это не счастье. Это нельзя назвать счастьем. А полноценное счастье человек имеет, когда в сердце мир и покой.
когда ты понимаешь, что ты прощенный. Да, я грешник, но я прощенный. Друзья, и сегодня, может быть, вот в этот праздник, когда мы отмечаем эти дни, в чье-то сердце, может быть, Иисус Христос стучал. Может, понимает кто-то из нас, что живет и неправильно живет пред Богом, и хочется поправить. Сегодня прекрасная возможность есть поправить свое положение пред Богом. Другими словами, покаяться пред Ним. Попросить прощения. Господи, виноват, неправильно живу. Хочу быть счастливым, хочу иметь смысл жизни и так далее. Войди в мою жизнь. Друзья, прозвучит еще одна песня. Если, может быть, в чьем-то сердце будет такое, вот, и вы пожелаете обратиться к Богу, найдете в себе силы, прекрасная возможность, проходите, мы вместе с вами помолимся. Теряешь, друг, надежду, молись, всегда молись. Нету смысла жизни, молись, к Богу обратись, Он пошлет, Он все даст. Теряешь, друг, надежду, молись всегда, молись. Иди вперед, как прежде, назад не оглянись. И все, что не случится, от Бога принимай. Молитва — это птица, ей крылья только дай. Молись. Сила, она как светлый луч в ночи. И если дух унылый, молитва душу излечит. Ее огонь не гаснет, тепла ее не задушить. Молитва не напрасна, молитва — это жизнь. Ее огонь гаснет, тепла ее не задушить. Молитва не напрасна, молитва — это жизнь. Молитва никогда не умирает, и пусть душа твоя не знает.